Найди мне изумруды. Хотя бы один. Я тебе сделаю. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, найду, наверное. Вот, будет изумруд, тогда можно будет сделать шелковое касание. Пока что нет. Пока что нельзя, но я могу тебе башку уже отлить, мне кажется. Да? На, держи. А я сначала надо починить, а потом уже менять. А. Вот ты какой, а? Почини. Держи. Угу. Могу удачку повесить? Чё? Могу повесить удачку. А потом шелковое касание можно будет сделать? Нет. Вот тогда не надо. Мне нужно в первую очередь шелковое касание. Угу. Удача делал десятое. Да. То есть все, она сейчас берет обсидиан, да? Она берет сейчас все. Ненасытность? Что за ненасытность? Не помню. Я себе такого еще не делал. Уровень привыкший. Уровень добычи кобальт. Угу. Привыкший. Это. Они хоть нумеровали, спасибо, что. Они хоть нумеровали, блин. Этот, ну эти. Свои уровни, я имею в виду. Потом не... А? Я тебя понял. Вот это. Блин, я ж сумку хотел сделать. Черт. Вылетел из башки. Вылетело из башки. Одна нога здесь, другая там. Пехотная мина. Аккуратнее, аккуратнее. Как там? Наведет стеклянный глаз, щелкнет раз и помним вас. Снайпер! Крикнули дети. Наконец-то хоть какая-то прокачка пошла, хоть минимальная. Прокачка тебя? Ну да. Ну, у меня 13 уровень, конечно, есть. Но этого мало. Так, а кирка сейчас чем чинится? Тем же самым? Нет, манилином. Я его делаю. Точнее, уже сделал. А, ну ладно, окей. Как? Манюлин? Да. Сейчас посмотрим, что это за монстр. Манью. Сплав кобальта и ордита. А, ну то есть это что-то из ада. Да. Угу. Блок манюлина, манюлиновый слиток. А, он тут в самородках показан. Че, он добывается где-то? Кто, манюлин? Нет. Да. Странно. Он чисто сплав никак не добывается. Это немножко жаль. Так. Хорош хрустеть, кролик. Я жрать хочу. А кролик хотел жить. Но тебя это не остановило. Кроликов я не трогал. Да ты что? Да. А, зайцев ты трогал. Зайцев трогал. Одного. За всякое. Ты злой и страшный серый волк. Угу. Ты убил Моцарта.
Неправда. Кстати, а ты мне подскажешь, где ты планировал сделать кухню? На первом этаже. Точнее. Просто на первом этаже. Весь первый этаж подразумевался под кухню. Угу. Кровать, это ж так, временочки были поставлены. Угу. Под кухню и склад. Окей. Ну, по крайней мере, в начале. Потихоньку, с учетом разрастания дома, может, появился бы подвальный этаж. Че, не может быть, он точно появится. Ну, то есть, тут еще много чего. А, мне крем. Иши. У меня тут с гравием пока вообще не, никак. Кстати, что странно. Сколько ж КП? Вообще на гравий ни разу не наткнулся. Угу. Можно дробить глину, шансом будет кремниевый слиток. Годится? Не проще гравий найти? Зачем гравий? Ну, из гравия же кремний выпадает. Кремень, кремний. А, кремень. Из гравия кремень, а мне нужен крем. А тебе нужен крем. Да, крем бруле. На, ну то я как раз тут гравий нашел. Думал тебя обрадовать. Найди лучше глину, обрадуй меня глиной. Тебе глина в воде. Я знаю. У меня тут воды нет. Че ее искать? Иди на улицу, выйди, там целую кучу глины в воде у нас бултыхается. Я плаваю хреново. Я тоже. Я тону. Я тоже. Я еще и захлебываюсь. Угу, аналогично. Ну, в принципе, 48 кремниевых сликов у меня есть. Так, теперь наэлектризованная сталь. Я нашел боксит. Ищи. Не хочу. Три слитка нужно, да? То есть три угольные пыли. Три. Три, я сказал. Не буду. Три железа. И три кремния. Так, уровень 38. Довольно неплохо. Сделал, что ли, тут ответвление небольшое? Или болт с ним копать до самого низа и там, как обычно? Хотя в целом, в чем бы не сделать ответвление. Тише, тише. Я случайно, извините. Так. Ну что там, каменная шестерня? Вроде у меня даже была где-то каменная. Где-то это железная, блин. Ладно. Так. Допустим, вот тут я сделаю ответвление в правую сторону. Грям. Допустим. То есть это у нас ступеньки, ступеньки, ступеньки. Отлично. У меня есть ключ. На 32? Ну, нет. Ой, мне нужен этот, конечно. Молот серповидный. Нахрена? Херачить. Три железа, один олово. Тебе нужен серповидный молот, чтобы херачить три железа и один олово? Да. Интересно. Не, чтобы снимать машинки Тинкер Терм Экспеншн. Все, у нас эра технологии. Я психичку переезжаю туда к тебе. Эротические технологии? Зачем нам эротические технологии? Не скажу. А то будешь завидовать. Шурика, давай смотреть, как осьминог пристает к японской школьнице. Давай. Тащи осьминога. А у тебя есть японская школьница? Японскую школьницу я притащил осьминога. Не-не-не-не, стоять, спалился. Все, твоей жене расскажу.
старый. Поддержит и будет смотреть вместе с нами. Старый извращенец. Нет, я расскажу про то, что ты где-то там у себя хранишь японских школьниц. Храню? Неправда. Ну... Мы же найдем. Это ФБР, open up. Я хорошо умею прятать. Все так говорят. Так. Тут будет небольшое ответвление. Да? Да. Ну, котявый. Далеко пошел. Понятно. Ой, ну давай, не скули, гаденыш. О, какой я сытый. 4, 5, 6. Раз, два, три, четыре. Так, стоять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть, если мы берем отсюда, три, четыре. Да. И пять. То есть, это еще надо спилить. Это я еще и не допилил, получается. Так, хорошо. Странно. Неужели у меня столько высокие потолки? Генератор... Так. 3, 4, 5, 6. Генератор сюда. Конденсатор сюда. Дробилку эту штуку сюда. Завод сплавов. Интересно. Пусть пока лежит. Надо кровать перетащить. Надо. Я рядом с коровами, это хорошо, это быстрый источник мяса. А в глаз? Я же ничего не вижу. Вот именно. Размножать сначала, а потом быстрый источник мяса. Сейчас размножу. Пшеница наросла, я смотрю. Ну, там все наросло. Ты мне скажи, там тростник не нарос случайно? Немножко нарос. Ну, сруби верхнюю часть и это, засади оставшиеся там на песочке. А то нам бумага нужна. Ну, зачем? В смысле, листочки? Колдовать? А? Колдовать? Ты колдун, что ли? Да. А у тебя с этим проблемы? Ну, ведьму сжечь. Ну, иди сжигай. Я не ведьма, я колдун. Колдуна сжечь. Сделать ведьму и сжечь. Давай, приезжай. Обсудим. Спускайся ко мне в шахту. Ты зовешь меня к себе в шахту свою? Да. Вы кошмар. Ой, все. Тоже мне какая цаца. Да чё дошел прогресс? Так. Что? Возвращаются кругом всякие. Ну, если тебя окружают извращенцы, то значит ты центральный. Фу-фу-фу. Че фу-фу-фу? Это мерзко. Ну, выбирайся из центра. А сколько у нас кожи? Мало. 6 штук всего. Угу. Вот, кстати, коров надо месить мечом с удачей. Сделай себе это. Меч на удачу и ломай их. Тогда будет больше шерсти выпадать. Больше шерсти с коров? Ой, шерсти, говорю. Шкур. Кур? Коровы? Шкур. Между кур прочим... на удачу? Ой. Коровы, между прочим, тоже шерстяные бывают. О, я уран нашел. Тебе надо? Надо будет, добывай. Не могу, я перегружен. Я размножаю коров. О май. О
вам быть счастлив. Сейчас пойду размножать. Текс. У меня закончилось место в рюкзаке. Ты зачем тут ступеньку поставил? Где? На входе. В дом. Ага. Ну, увидишь потом на дом стояла ступенька каменная. Ты ее убрал? Ну да. А нафига она нужна? У меня этих ступенек. Каменная? Каменная. Булыжниковая. Да, я тебя понял, это странно. Тебе гравий нужен зачем-нибудь? Да. Твою налево. Пока еще нужен. Так, ступеньки. Так, бумага. Бугага. Так, известняк в мусорку. Так. Где у нас шкура? Вот. Сумка. Так они делаются. Забыл уже, блин. Сумка. А, нет, это явно не то. Не-не-не, стоп. Тогда по-английски. Бак. Бэкпэк. Бэкпэк. Так что ли? Нет, тоже не то. БУГ? Правильно? Нет. БАЦК. А. Бэк. Спина или зад. Угу. Бэк. Бэкпэк. А пак как пишется? ПАЦК? Э, да. Нет. Это не то. Это вообще не то. Какие сумки нужны? Да, обычные, которые мы делали. Тут... Рюкзак. Пиши по-русски рюкзак. Рюкзак, думаешь? Знаю точно. Это мод называется бэкпэкс. Понял. А, вот они. Вот они, мои родные. Хотя тут есть какая-то на 45 слотов. А? Где? Item Railcraft Backpack. Короче, бэкпэк введи. Делается из тканного шелка, одного алмаза. И обычный, и другой сумки, обычный. Uh-huh. Довольно геморройное, кстати, производство. Ой, блин, тут же этот гемор. А, нижняя часть рюкзака, верхняя часть. Блядь, извините за мой французский. Так, рамки же еще нужны, бляха-муха. Железная рамка. Железный прут и куча нитей. Короче, сейчас у нас шкур категорически не хватит. Ой, я забыл про этот гемор. Так. Железный прут. Вот брут. Его все прут. Кошмар. Фу таким быть. Средняя часть. Железный стержень. Бруто? Железный стержень. А, два слитка. Понятно. Так. Железа не так много. Я знаю. Дубленая кожа. Вязаная кожа. Короче, нужны нити. И короче, ладно, рано я с этим всем вообще начал думать об этом. Нам еще рано. Надо размножать коров, короче. В огромных количествах. Тебе кабла нужна? Вообще нет. Сделай себе дырнул. Что это такое? Чтобы у тебя кабла не засирал рюкзак. А один хрен там все быстро забивается. Это мне не сильно поможет. Ну, смотри сам, дело предложить. Тут. Нет, кабла мне... Сейчас вот этот рюкзак, вот этот вот сундук деревянный я забью. Угу. Слушай, а может на железке их заменим, а? Вот эти вот деревянные наши. Замени. Так. Что? А?
Ага, ты железнёшка принёс. Так, грайви не в том сундуке лежит. Ой, как уж там, блин. Сейчас я сделаю. Сделай, а то у меня этот рюкзак забился. 4 железных сундука сделай. 4? Ну, а что, не получится? Да, в общем-то, получится, но это... Ну, сделай 2, хрен с ним. В общем-то, и 4 получится. Делай 2. Поздно. Делай 2, теперь курят. 4 делаю. Делал 4. Бля. Я смандил, я сделал сундуки, а не апгрейды. Куда ставить сундуки? Между сундуками воткни. Да. Ну, сойдет. Так, ты камни-то мне отдай. А у меня их нет. Кто их подобрал? Ты же только что все подобрал. А! Они у меня ушли в девнул. Молодец, блин. Да, девнул. Зато работает замечательно. Так, ну ладно, вот в этом сундуке будут бу-бу-бу. А в том будет бу-бу-бу. Что такое жбу-бу-бу? Жбу-бу это железо, как это, камень и этот, и земля. Угу. Пусть там лежит. Немножко накопим, так сказать, чтоб было. Чтоб було. Угу. Там посмотрим. Один хрен все это еще будет переставляться 100-500 раз. Обычно. Ой, время тоже, кажется, 2:30. Это плохо. Я еще не курил. Давно, в смысле, не курил. Это плохо. Это плохо. Ты так здоровым человеком станешь. Вообще кошмар. Как жить-то страшно, а? Твою-то мать, блин. Дурацкий гравий. Прям на голову мне упал. Я был уверен, что выйду в подземелье. Но хрен там плавал. Бывает. Причем звуки подземелья есть. Подземелья нет. От слова совсем. Мне надо себе подвал выкопать. Ну вот иди к себе. Я и копаю у себя. Надо будет до тебя докопать. Кстати. Зачем? Надо. Я как раз в твою сторону сейчас копаю. Тут туннель будет к твоему подвалу прокопшим. Кошмар. Нет, вообще, кстати, туннель это хорошо. Конечно, хорошо. Я нашел осмиевую руду. Бери, надо. Что тебе не надо? Кабла. Мои не смеши мои тапочки. Чего, я могу генерить? Ты нет. Игра, да. А я посредством игры. Ты посредством не игры? Как кошмар. Да. Так, ну поехали копать подвал. Опять апатиты. Грррр. Не поддавайся апатитам. Я постараюсь. Апатиты приведут к тебе к апатии.
Слева от меня какое-то гигантское скопление монстров. Но я ухожу от него. Прям буквально друг у дружки на головах там стоят. Бывает. Пинк, пинк. Так, ну пока подвальчик небольшой. Теперь в сторону тебя это. Мне туда копать? Туда. Значит, наверное, пойду к тебе прокопаюсь. Это вряд ли получится. Почему? Ну это ж ты. Ты же ленивый. Ты на каком уровне копаешь? На 38-м. У меня подвал на 65-м, я ниже не буду закопаться. Что значит не будешь? Зачем я тогда копаю к тебе туннель на 38-м? Не знаю. Я же копаю не шахту. Просто пойду копаться к тебе и где-нибудь я выкопаюсь. А надо копать в итоге шахту. Зачем? У меня есть шахта. Ну, чтобы это, встретиться. На 38-м? Угу. А, долго. Я же говорил, ты лентяй. Ну, давай сделаем шахту. Да, я лентяй. И вообще тут темно и страшно. Кровать не стоит. Это возраст, Шурик, такой бывает. Говоришь 38-й. Ну сейчас, сейчас сделаю. Да не обязательно. Поздно, я уже начал. Вкалывают роботы. Я сейчас, по сути, знаешь, как сделаю, Шурик? Mm? Сориентируйся по тропинке, которая отходит от твоего выхода. И под ней просто ступеньки прокопай вниз до 38-го левела. И я прям на них выйду. Хорошо, сейчас так и сделаю. Изумруд, не помнишь, на каком уровне встречаются? Я не уверен, что они вообще в этом биоме встречаются. Оу. А в каком? Не помню. Печально. Хоть понимаешь, насколько это грустно? Ну, ты хочешь шоковое касание, я правильно понял? О чем? А, подожди, так мы можем в этот, в поселение на сгонять. В деревню, да, и поторговать. А чем они там торгуют, ты помнишь? Обычно какой-нибудь уголь или что-нибудь подобное. Сгонить, что ли, в деревню, на самом деле? Так, до тропинки. Нет, по тропинке. Вот я сейчас докопался до тропинки. Который от дома к фермам. Да, да, да. Вот. Я сейчас по ней буду как раз копать ступени. Ну вот по ней. Да, 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 да. Под ней. Так, небольшой коридор. Вот так хватит пока. И ступеньки. Опять урон нашелся. А я тебя вижу, кстати. Но я пока на 60-м. Я знаю, что ты видишь меня на миникарте. Я тебя тоже вижу, но я пока на 60-м. Я правильно иду? По нужному этому? По нужной оси? Блин, а я на большой карте тебя увидеть не могу. Ну, ты на... Сейчас скажу. У тебя первая цифра... 820. Вторая цифра минус сколько? Минус 116. А у меня 126. То есть ты, получается, идешь правее. Ладно, где мы там пересечемся? Я сейчас не хочу перекапывать. Где-нибудь пересечемся. Короче, докопайся до 38-го левела, а я там как-нибудь к тебе сам подойду. Кот, ну не скули, блин, а. Ты слышишь это, да? Руду я не собираю, я просто копаю коридор к тебе. Да как ты смеешь?
Оу. Не собирать руду. Вот так вот смею. 38-й. Я тебя слышу. Ой, а я тебя вижу. Я тебя тоже вижу. Замри. Я сейчас прям к тебе прокопаюсь. Я на тебе. Нет, это я сейчас к тебе прокопаюсь. Нет, я. Таро. 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 А, факела кончились. Ну, один факел нужно поставить там. Ладно, разберешься. Я-то да. Я-то просто копаюсь молотком, мне это быстрее. Сразу 3 на 3 у меня коридор идет. У тебя так же, да? Да, у меня то же самое. Ха-ха. Шурик, я сейчас вылезу. Раскапывать сам будешь. Зачем? Что ты там делаешь? Занимаюсь немножко строительством. Угу. Меня закапываешь, да? Да. Если по чесноку, то да. Давай раскапывай что. Зачем? Ай! Ты чё? Чё случилось? Я нашел подземелье. Ладно. Тогда раскапываю тебя, а то еще это ненароком довокнешься. А я виноватый. Ты уже виноватый. Зря. Бу. Чё ты сюда припёрся? Сейчас уйду. Все, ушел. Чел закопал, блин. Потом приперся со своим чувством вины, блин. Ресурсы нифига не добывает. Тима раков, ё-моё. Факела ставит, хрен пойми куда. Нормально я ставлю факела, так чтобы отпищало. Кошмар, а ну ты ёлки. О, торчун. Ой. Просто ужас. Отвратительно. Неприемлемо. Угу. Недостойно. Угу. Так. Опа. Ты здесь не освещаешь? Хм, интересно. Да ладно, я опять что перегружен. Твою-то налево. Так. Так, у меня, кстати, дерева нет, от слова совсем. Пойду-ка я у тебя украду. В всяких деревьях. Так, ладно. Это мы соединили. Подземелье у нас есть, можно копаться ниже. Укради, укради. Так, где у нас ресурсы? Ресурсы. Эй, я же вас выложил. Так, гравити нужен, да? Да. А зачем? Не знаю. Из него, наверное, делают этот кремний. Скорее всего. Ладно, ок. Так.
Продолжаем копать. Копать. Продолжаем продолжать. Тип того. Так, дособираем, что тут у нас осталось. Сплошная медь. Идрик, твоя медь. Медь — это хорошо. Медь — это источник золота. Да? Угу. И он меня еще колдуном называет. Это не я. Что не ты? Колдун. Ты колдун? Нет. Ты медь в золото превращаешь. И чё? Значит, колдун. Нет, я не мог. Мог. Ты не мог, ты колдун. Кошмар. Так, мне нужна башка молота. Вот она. По крайней мере, с этого уровня все ресурсы добуду. Ага. Так, так. Все, ладно. Твоя лестница мне нафиг не нужна. Самое потом будешь улучшать. Слышу где-то монстров. Они говорят ла. Они говорят хры. Кошмар. Не так уж кошмар. Нет еще пока. Что нет пока? Маньюлин еще пока не расплавился. Вот уже расплавился. А. Хочу себе молоток прокачать. Сильно? Ну так, умеренно. Тогда неинтересно. Умеренные нас не интересуют. Какой кошмар. Какое высокомерие. Высокоумерие. Высокоумерие, точно. А знаете, в чем прикол, ребят? Знаете, в чем? Вот сейчас я докопаюсь до бедрока. И кто ко мне с зажигалкой прибежит? Никто. Угу.